Красноярские автомобилисты сегодня встали в многокилометровую пробку на Северном шоссе. Машины стояли от кладбища Бадалык до развязки на проспекте Котельникова. Причиной их затора стал дорожный ремонт. Водителей накануне о нем предупреждали, но многие все равно решили попытать удачу и уткнулись в спецтехнику, которая в 9 утра начала укладывать асфальт. Сейчас движение нормализовалось, на завтра подрядчик взял перерыв, но в четверг работы возобновятся, так что автомобилистам стоит исключить Северное шоссе из своего маршрута.